Находиться на славной Чаосской земле. Земле, которая в годы Великой Отечественной войны стала землей героев. Здесь сложили головы тысячи молодых и пожилых советских воинов. Они отдали свои жизни для того, чтобы сейчас мы могли собраться на этой площади в мирное время. Под мирным небом слышать вот в этой тишине пение птиц и смотреть на вечный огонь.